Да, кажется, на праздничном столе чего-то не хватает. Праздничности? Смотрите, кто здесь. Это печенюшка. Печенюшка? Ставлю 10 баксов, что этот мужик девственник. Вторая подсказка, там, где Булькин след. Не, парень, я серьезно. Тебе бы потрахаться. Подсказки. Хотя бы разок.
they'd go down. They'd stick their thumbs in their ears and say, oh, crocodile, nanny, nanny, boo-boo, you can't catch us, even if you wanted to. Nanny, nanny, boo-boo, you can't catch us, nanny, nanny, boo-boo to you. You said there's nothing to it. Well, if you're so good at counting, let me hear you do it. One, two, three. Mercy, is that the best you can do? You got to count it higher. Count it higher. I'd like to know who told you you could stop at three. You got to count it higher. Count it higher. Baby, if you want to count with me, come on, let me hear you count again. One. Now. Всем привет, с вами Швед, и сегодня мы продолжим разговор о развивающих детских мультфильмах. В прошлый раз была Даша Следопыт, ну а сейчас мы поговорим о Булькиных подсказках. Ну и сразу оговорюсь, полезны эти передачи для детей или нет, решайте сами. А мы начинаем. Привет всем, это я, Стив. Ну здорово, Стив. Можете называть меня Стивозаврекс, король динозавров. Нет, я буду называть тебя Стивом. Следы динозавра. Динозавров больше не существует. В книге сказано, что они вымерли. Ну и что ты придумываешь? В твоей книге даже текста нет. Кто же там за бревнышком с шипами по всему телу? Ёжик! Это что за уебан? Дикобраз! Я подготовил танец для Бульки. Это день рождения Бульки. Будем хлопать, дуть в свистульки. Господи, сколько ж тебе заплатили за съемку в этом мультфильме? Привет, Стив! Привет, Стив! Мужик, ты танцуешь для собаки, разговариваешь с соломкой и живешь в нарисованном доме. По-моему, ты делаешь что-то не так в своей жизни. Ребята, сегодня мне понадобится ваша помощь, чтобы выяснить, что увидела Булька. Тебе помощь психиатра нужна. Почта нам пришла, опять мне хочется хвостом вилять и на всю улицу кричать. Почта! И лучше как можно скорее. А теперь время спецэффектов. Телепорт! Вперед за ней поскорей. Может нарисовать то, на чем можно плыть по реке. Может нарисовать то, что поможет отчалить. Весло. Блять, а почему нельзя было катер нарисовать? Мой вопрос все еще в силе. Какая игрушка понравится Бульке? Голубой щенок. Это пятнистая голубая черепашка. А в этом мульте все голубые, что ли? Что Булька хочет себе в подарок?
зеленого цвета. Заболевшую шлюху. Что-что? Заболевшую шлюху. Да. Это жидкий подарок. Он пахнет мылом. Не знаете, от кого это? От душистого мыла. Мыло подарило мыло. Охуеть, как креативно. Да, мыло отличный подарок. Это пряничный домик. От кого этот подарок? От ведерка. От печенюшки. Блин, ну тут хер угадаешь. Что Булька хочет рассказать о мистере Соль? Что мистер Соль педик? Миссис Перец. Привет. У нее что, ветрянка? У мистера Соль и миссис Перец родился малыш. Что, блядь? Погодите, это получается, что Соль перепихнулась с Перцем и на свет появилась... Паприка! Охереть можно! Так, я пошел на кухню отодвигать сахар от соли, а то мне сейчас там корицу заделают. И, кстати, мистера Соль не смущает, что его малыш негр. Ну и напоследок немного наркомании специально для вас. Это день рождения Бульки, будем хлопать, дуть в свистульки, прыгать и играть, и Бульку поздравлять с днем рождения. Все, моему мозгу пора отдохнуть. С вами был Швед, всем пока!